Всем-всем здравствуйте! Меня зовут Татьяна, и я рада приветствовать всех, кто заглянул сегодня ко мне в гости. Вот такой нежный, легкий, нежнее облака палантин у меня получился. Мне хотелось поработать с пряжей. Махер на шелке, я никогда не вязала из подобной пряжи. Мне нужен был легкий, воздушный и теплый палантин, который я могу накинуть на плечи. Ну а белый цвет – это всегда какая-то нарядность, праздничность. Этот палантин мне очень хорошо подойдет на весну к моему пальто. Вяжется очень легко и просто. Кто заинтересовался таким изделием, милости прошу. Я вам сейчас покажу, расскажу, как вяжется этот легкий воздушный узор. Вязала я из пряжи от Лана Гата Silk Mohair. Это 25-граммовый моток, 25 граммах 212 метров. В составе 75% Super Kid Mohair, 25% шелк. Покупала эту пряжу в Wildberries, продавалась она двумя моточками. Мне нужен был именно белый цвет. Для вязания этой пряжи я купила и спицы для себя новые. Это от Knit Pro Symphony, деревянные 5,5. Мне очень понравилось вязать этими спицами. Вот здесь написано «ламинированная береза, многоцветные». Цвет, имеется в виду, многоцветный. Вот так выглядят эти спицы. Они сами по себе очень красивые. Вязать ими удобно. И не только мохер. Эти спицы будут служить мне для вязания и других изделий. Раппорт узора составляет 8 петель плюс 5 петель для симметрии. Для своего палантина я набирала 47 петель. Это получается у нас 5 раппортов плюс 5 петель для симметрии плюс 2 кромочные. Никаких здесь у меня обрамлений узора нет. Полотно начинается сразу с узора. В мохере здесь нету ничего, тут не закручивается. Но, конечно, когда вы постираете, все заблокируется. Ширина моего палантина в спокойном состоянии составляет 35 сантиметров. В длину палантин получился 185 сантиметров. Значит, соответственно, да, вы должны для себя уже потом решить, нужно вам шире или не нужно. Уже в самом конце, для того, чтобы красиво смотрелись окончания, так скажем, да, начало и конец края палантина, я обвязала веерочками. Можно это сделать по всему периметру, но пока я вот оставила так. Итак, как же вяжется данный узор? Мы с вами сейчас как раз и разберем. Я набрала 15 петель, 8 петель раппорт, 5 петель для симметрии и получается 2 кромочные петли. Высоту составляет у нас узор 16 рядов. Первый ряд провязываем 2 лицевые, это петли до раппорта. 2 петли вместе с наклоном вправо. Дальше начинаются петли самого раппорта. Накид, лицевая, накид. 2 петли вместе с наклоном влево. Три лицевые, 2 петли вместе с наклоном вправо. Дальше петли после раппорта. Накид, лицевая. В изнаночном ряду петли провязываем изнаночными петлями. Накиды провязываем изнаночными петлями. Третий ряд. Петли до раппорта. Лицевая. 2 петли вместе с наклоном вправо. Разворачиваю. Провязываю 2 петли вместе. Петли раппорта. Накид. 3 лицевые. Накид. Дальше 2 петли вместе с наклоном влево. Лицевая.
2 петли вместе с наклоном вправо. Почему я разворачиваю? Потому что я вяжу лицевые за заднюю стенку, и поэтому мне, чтобы правильно лежали лицевые, нужно их развернуть. Петли после раппорта, накид, 2 лицевые. Пятый ряд, петли до раппорта, 2 лицевые. Дальше пошли у нас петли раппорта, накид, 2 петли вместе с наклоном влево, лицевая, 2 петли вместе с наклоном вправо, накид, 3 лицевые. Далее у нас начинаются петли после раппорта, накид, 2 петли вместе с наклоном влево и лицевая. Седьмой ряд. Петли до раппорта, это 3 лицевые, 1, 2, 3. Далее накид, 3 петли вместе. Я меняю вторую петлю и первую местами. Далее провязываем 2 вместе и первую петлю набрасываем. Накид, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5. Петли после раппорта, накид, 2 петли вместе с наклоном влево. Девятый ряд, петли до раппорта, лицевая, накид, 2 петли вместе с наклоном влево, три лицевые, 2 петли вместе с наклоном вправо. Накид, лицевая, накид. Далее петли после раппорта, 2 петли вместе с наклоном влево, 2 лицевые. Одиннадцатый ряд, петли до раппорта, 2 лицевые, накид, 2 петли вместе с наклоном влево, 1 лицевая, 2 петли вместе с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, накид, дальше петли после раппорта, 2 петли вместе с наклоном влево, 1 лицевая. Тринадцатый ряд, петли до раппорта, лицевая, 2 петли вместе с наклоном вправо, накид. Дальше пошли петли раппорта, 3 лицевые, накид, 2 петли вместе с наклоном влево, лицевая, 2 петли вместе с наклоном вправо, накид, петли после раппорта, 2 лицевые. Пятнадцатый ряд, петли до раппорта, 2 петли вместе с наклоном вправо, накид. Теперь петли раппорта, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5. Накид, 3 петли вместе. Меняю петли местами для того, чтобы красиво смотрелось вот эти 3 петли вместе. Накид, и далее у нас петли после раппорта, это 3 лицевые. Следующий ряд, 16, изнаночный, последний раппорт в высоту. И далее у нас идет с вами повторение с первого ряда. Вот такой вот простой, красивый ажурный узор. Значит, когда вы вяжете свое изделие, вы начинаете петлями до раппорта, далее повторяете петли раппорта столько раз, сколько вам нужно, и заканчиваете петлями после раппорта. Несмотря на то, что нить тонкая, вяжется очень легко, быстро. Но я связала свой палантин за 3 дня. Нежно-нежное.
Да и размеры. Мне, честно сказать, хотелось вывязать полностью пряжу, но не получилось, потому что длиннее мне палантин уже не нужен. Просто-напросто он у меня и так достаточно длинный. Ну, куда-нибудь обязательно применю в подмод эту пряжу. Замечательно. Очень мне понравилось вязать из мохера, и думаю, что мое знакомство с этой пряжей еще продолжится. Вдохновляйтесь, творите, создавайте, будьте неповторимы. Ну а я с вами прощаюсь совсем ненадолго. До новых встреч. Пока-пока.